Итак, ребят, приветствую всех. Значит, очередная серия. Как мы помним, мы сохранились перед боссом. Значит, смотрите. Еще один нюанс. В той части, где красного фантома я не убил, там он дает колокольчик, которым можно кастовать магию и чудеса сразу, да? Очень мощный колокольчик, он гораздо мощнее палочки, да? Но мы им пользоваться не сможем. На SL1 вы им пользоваться не сможете. Поэтому смысла в нем как бы нет. Просто я хотел вам показать, ну так как я лох. Значит, смотрите, у меня освобожден этот рыцарь. Он сейчас тут будет с ним драться. Поэтому мне будет гораздо проще. Тут, в принципе, вначале только надо убежать от этого моба. И все. Если же его нет, как бы я вам показывал, как с ним драться. Заходите, заставку, ребят, пропускаем. И он, смотрите, он сразу на вас бежит. Даже он не... Видите, он крутится, вы просто удираете, лучше лох не делать. Смотрите, у него очень опасные атаки. Видите, вот какие у него такие круговые. Он нас тоже убьет. Поэтому надо аккуратно. Вот раз, раз, раз. Видите, какой у меня урон с этим. Самое главное, чтобы он нас не убил. Вот когда он поднимает его, о, очень опасно вот эта круговая атака. Это очень опасно. Видите, он на нас агрится. На нас сагрился. Ну, все, в принципе, он умер. Мы его убьем, а не будем геморроить, в принципе. В любом случае, если вы чувствуете слабость, освободите этого мужика. В принципе, он как бы чуть-чуть вам помогает. Он, правда, сам почти не наносит урона, но он отвлекает он себя. Но у нас очень бешеный урон. Бешеный. Бешеннейший урон. Вот с этим мечом... И с кольцом крысы урон просто у этого оружия. Плюс 5, тем более, пушка. Значит, очередной босс повержен. Давайте с ним потрындим. Он еще в одном месте будет нам помогать. Ну, если он, в принципе, ничего нам за это не дает. Он, в принципе, еще дракона там будет. У дракона там чуть-чуть отвлекать его. Но вы можете его прямо тут вальнуть, если захотите. Не знаю, что с него высыпется, что-нибудь может высыпаться. Так, берем душу. Дальше мы пока не пойдем, потому что там будет дракон и финальный босс. Дракона мы убить не сможем, потому что дракона можно только с лука убить, а хорошему лучнику. Но я не буду этим заниматься на данный момент. Мы, естественно, должны отсюда выйти. Мир мы забелили с вами, смотрите, мир мы забелили. Вот он тоже белый уже мир. Поэтому, в принципе, мы сейчас вот тут... Сейчас я вам покажу. Если вот сюда в самое начало пойти, там ворота откроются, и там будет фантом. Сейчас я покажу просто ворота. Мы к нему пока не пойдем. Нам надо все-таки умереть здесь. Ну, потому что тут могут вот эти ребята быстренько вальнуть. Прыгуны эти, блядь. Вот видите, ворота открылись. То есть мир забелили. Там, если пойдем туда дальше, вот где ништяки, там появятся красные фантомы. С ними не так просто бы справиться. Давайте мы сначала пойдем умрем, потому что... Так, подождите-ка, я сейчас подумаю. В принципе, какая разница... Мир мы забили, подожди, тут только, кажется, так, подождите, вспомним. Этот, да, тут только тут будет. Тут на нас в любом случае моб нападет. Давайте, кажется, можно уже умереть, мы же ворота открыли. Даже если мы умрем, здесь не так страшно. Так, стоп, нет, это мне надо палочка, это оружие мне пока не надо. Мы попробуем их издалека просто дубасить. Так. Сейчас они появятся, тут фантомы эти, блин, чертовы. Вот сука. Ну да, мы хороший урон имеем. В принципе, смотрите, с одного выстрела кастует на. Тут ящерка, правда, была, но мы ее проморгали. Но не помню, она что-то дает, то ли шлем, то ли что. Тут ништяки, короче, собираете.
Офигенно, дофига каштикур. Тут еще, короче, где-то вот здесь вот будет. Самое главное не проморгать, чтобы у нас было это. Там еще будут такие. Тут вот где-то должен же вроде меч было лежать. Вернее, шлем лежать. Или мне кажется так. Или шлем в ящерке, я что-то подзабыл. Не-не, тут. А, вот тут, вот, да. Я же помню, что тут что-то должно лежать. Вот шлем черного рыцаря этого. Так, тут тоже сейчас будут эти фантомы. Самое главное не лохануться. Вот чуть подходите. Видите, она еще сама, сука, меняет. Свалили на. Завалили, 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 завалили. Ух ты, бля, подстава. С прыжка ваншот, ну сразу вот эти красные. Если порыгнут на вас, то считайте, что вы умерли. И тут будет стоять баба, короче, которая даже, она сейчас, ну, не красный фантом, но она все равно вас будет убить пытаться. Потому что она как бы заключила вот в тюрьму, как бы она как бы какой-то палач. Значит, что мы можем предложить еще нам? Что мы можем еще предложить? Нет, больше ничего мы не сможем. В принципе, тут больше смысла нет ничего одевать. Значит, короче, сейчас покажу. Даже если мы умрем, это не страшно. Мы можем, просто придется постоянно бегать. Она стоит вот тут, сука, за углом, хитрая тварь, и сагрится на вас, когда вы только туда забежите. Вот, видите, она заржала. Тварина, блядь. Вот она, сука, там идет сейчас. А, не понял. Вот мразь. Она же вроде стала разговаривать со мной. Должна пойти на меня наехать. Она хитрит, блядь. Она даже так не выходит. Наверняка хочет убить. Эй, давай выходи, сучка. Ну. Ну, так чё ты не выходишь? Блядь, ну. Я Мерильда не прощу вас. Вон Мерильда, да, она какой-то. А чего она не выходит? Я еще как бы плохо вижу. Она стоит вот тут за углом. Со своим тесаком, блядь. О, вышла сейчас. Видите, что творит, сука? Это что, она меня уже ударила, что ли, блядь? Охрена себе, блядь, ты охренела, что ли, тварь? Ну тебя нахер ржешь ты, блядь. Ах! Как мне повезло! Сейчас бы угли меня тут подзажало бы. Так. Ну мы ее убили, короче, нам повезло. Довольно серьезный урон у нас. Ржет. Так. А, смотри, кольцо мастера дает ее одежду. А бабская одежда, можем одеть, в принципе, ее одежду. Вот, видите, обвязанный доспех. В принципе, что-то я не понял, что я не одел его. Или у нее там? Я не одел, что ли? Одел. А, ну да, вот. О, видите, какая красивая стала моя девочка. Так, мы ее убили, короче, это большой плюс. Так. Там ништяки лежат, в принципе. Гляньте, у нее красивый, кстати, спектр. А кольцо давайте покажу еще. Какое она дает кольцо? Мастера. Кольцо мастера. Вот оно, кольцо мастера. Что дает? Кольцо слона. Увеличен урон эффективных атак, ослабляющие прочие виды ударов. Урон эффективных атак. Вот это я плохо понимаю. Эффективных атак. Со словом, увеличивающий урон эффективных атак. Может, это имеется в виду бэкстепов, парирований. Но если это так, то это очень круто. Хотя боссом нельзя сделать. Ни бэкстепы, ни парирования в этой игре ничего вы боссом не можете сделать.
Ну, то есть бесполезное кольцо. Так, значит, тут, смотрите, вот она вот тут стоит за углом, имейте в виду, если вы зайдете и остановитесь, она тут же вас убьет. Одним ударом она ваншотит. Значит, тут есть ништяки, которые вам надо как бы уметь взять. Тут надо прыгать на перекрытие. Но так как у меня джойстик глючит, я не смогу вам показать. Вот видите, там, там, кстати, лежит, вот на этом перекрытии лежит очень хорошая штучка. Не на этом перекрытии, где-то в другом месте лежит. Подождите, на нее надо прыгать. А, ну да, на это, вот это вот она и есть, на него надо прыгать. Там лежит вот это... Сейчас, подождите, как-то спускаться вниз. Я забыл, как вниз спускаться, блядь. Быстро ж можно спускаться. Ничего не понимаю, блядь. Что, тут ехать нельзя, что ли? Я что-то вроде делал. Так. Вот, тут мы берем как бы в хранилище сразу броню. То ли вот тут. Тут все равно мы будем умирать. Не, не тут. А, ну мы же все равно будем умирать, да? Давайте попробуем. Все равно тут нам надо убирать, потому что эта баба появится еще и красным фантомом. Если вы ее убьете, вы возьмете ее топор. Вот, я забыл сразу сказать. Поэтому можно тут поумирать. И вот на этом трупе лежит. Ну, как сказать, какая-то душа, короче, при помощи которой мы можем что-то кастовать. А что хрен знает? Вот, чтобы попасть на эту херню, надо где-то спрыгнуть. Вот где я подзабыл. Нет. Подстава, блядь. Хотя, может, и вот так вот, да. Ага, точно. О, сейчас возьмем. Я покажу вам душу. Вот, видите, бесцветная душа демона. Она, в принципе, появляется с таких мобов, которые, когда вы мир затемнили... Они появляются красные, такие типа как круглые шарики. Они, в принципе, чуть-чуть так вас только атакуют. Ну, короче, с ней тоже что-то можно делать, я забыл, что. Ну, тут мы, в принципе, сейчас с вами будем разбиваться. Затемнять мир нам надо с вами. Затемнить, я вам покажу эту бабу. Сможем ли мы ее убить, не знаю. Короче, смотрите, когда мы затемним мир... Ого. Ворота не должны закрыться. Блин, подождите, ворота не должны закрыться, насколько я помню. Слушайте, затемнить мир. Затемнить мир — это минус для меня. Это там мопу больше появится... Хотя нет, там, в принципе, не так страшно. Не так страшно. Давайте попробуем. Сейчас посмотрим, сколько у меня этих самых штук. 4 только, да? Мир, видите, стал нормальным. Нормальным. Нам надо где-то быстро умирать, в принципе. Сейчас, подожди, мне что одно непонятно. Ворота, если открылись, они, наверное, больше не закрываются. Я уже подзабыл, если честно. Уаш, я охренею. Да, видите, что творят. Мобы здесь, конечно, великолепны, блин. Да, ворота уже больше не закроются. Но, в принципе, тут умирать мне не очень хочется постоянно. Далеко бежать. А, вот сейчас ящерку вот эту убьем. Не будем, а этих не будем обращать внимания, что она дает на тебе. Ах ты, сучка. А, ну она ничего особенного не... Пускай убьют. Так. Сейчас я покажу вам эту штуку. У меня, кстати, этих уже мало. Херовин, блин, которые воскрешают. Но, в принципе, у нас еще будет один мир, где будет тоже фантом интересный, тоже двойной. Но я думаю, мы найдем эти синие. Я, честно, я не помню.
Ну ладно, попробуем. Мне кажется, кто-то их продает, эти воскрешалки. Я уже подзабыл. Так, воскрешаемся еще раз. А мир еще не до конца затемнен. Ай-яй-яй. Вот тут спрыгнул вниз, все, наверх не залезешь. Так, давайте, где там быстро разбиться можно? Так, подождите. Башня. Тропа. Подожди, я вообще не помню это место. А, не. Врата Болетария. А где тут быстро? Ну, давайте-ка я покажу вам этих красных рыцарей, которых мы оббежали тогда при помощи этих осколков, этих душ. Кирилл этот ушел отсюда, да? Кстати, сейчас мы душ уже получили, надо будет показать вам магию. Вот, посмотрите, я же просто хочу показать, очень опасные вот эти чуваки. Они стоят вот здесь, трое, вот видите? То есть их не так легко пробежать, они с копьями, они очень сильные ребята. Очень сильные. Опять что-то? Видите, что творят? Видите, что творят? Очень сильно. Еще и лечат, по сути. И их трое. Пробежать их очень сложно. Очень сложно пробежать. Ну, мы-то с вами хотели просто умереть. Ну и теперь, я думаю, мир затемнен. Давайте сейчас как раз заодно проверим в Нексусе эту. Что нам душа дает вот этого рыцаря, который, блин, был убит нами. И посмотрим, кого он еще грохнул. Так, кстати, надо это сложить. Инструменты. Что тут у меня новое появилось? Так, вот это, чтобы не мешало нам. Оружие. Сломанный меч не нужен. Так, это все нужно. Не просто нужно, а одето даже. Давайте-ка щит уберем, он нам не нужен. И маска этой бабы, шлем. Маска, кстати, баба прикольная. Давай-ка оденем. Просто покажу вам броню. О, нет, подождите. Вот эту броню уберем. Перчатки уберем. И штанишки уберем. Так. В принципе, все, больше ничего не надо. Значит, что я хотел показать вам? Хотел вот эту маску показать прикольную. Смотрите, какая убийцына. Но нам надо вот наша маска, потому что она дает нам возможности кое-какие. Так, все. Значит, давайте сбегаем, посмотрим, что он дает. Девка живая, маг живой. Так, что там новое? Штормового демона нету. Демона-героя это тоже было. А, слушайте, этот ничего не дает, да? Распухшая душа. Это ничего нового не дает. Давайте того посмотрим, чувака. Так, вот этот рыцарь. Тут, видите, этот пока пропал, он там шарится. Видите, он меня предостерегает к королю идти драться. Но мы игнорим его как бы. Так, смотрим, этого чувака нету. Главное, чтобы мага не убил. Вот маг здесь пока. Смотрим, что он дает. Вот, видите, он дает вот это, серебряная душа демона. Так, что она требует? Значительно усиливает правое оружие. То есть мы можем его, как огонь нанести, вот эту магию очень сильно будет. Но на наше оружие не работает. На наш меч не работает. То есть на вот тот меч, который сильный, если вы вот этот возьмете, который я сказал, самый мощный меч в игре, и вот этой херней намажете, и кольцо крысы, и еще вот этот меч, который у нас сзади за спиной, и тем мечом вы будете наносить такой урон, что с двух ударов будете боссов выносить. Это вам гарантию, что это будет даже лучше, чем супер-пупер магия. Так, нам это ничего не надо пока. Так, я даже не знаю, куда мы сейчас пойдем, подождите-ка.
А мы пойдем дракона убивать. Дракона убивать. Дракона убивать пойдем. Подождите-ка. Так, подожди, а что, он никого больше не убил? Такого не может быть, он должен еще кого-то был грохнуть. Подождите, а Лоскутик живой? Лоскутика нету, на, кстати. Неужели Лоскутика грохнул? Честно, я не помню, кого он там следующего убивает. Девка тоже здесь это сидит. Ну, душа вот тут должна, по идее, валяться, когда он кого-то убивает. Что он никого не убивает, ну, что я не понял, блядь. Ладно. Так, давайте. Давайте мы не будем пока воскрешаться. Сейчас мы так проверим. Подождите, может, уже мир затемнен достаточно? Так, наверное, мир затемнен достаточно. Давайте не будем никого убивать. Попробуем, сейчас туда сходим. Появилась там эта красная чувиха. Не знаю, кого, может, никого больше не пойдем убивать в этой серии, потому что, в принципе, или кошара, кошара надо идти убивать. Промахнулся чувак. Чувак просто мимо меня прыгнул. Так, а что у нас там одето? Нет, кольцо крысы нам пока не надо. Давайте оденем вот это вот кольцо. Где мое кольцо вот это? Так, стоп. Пока уберем. И моя травка простая. А, ты охренел, что ли, чувак, блядь? Имей совесть. Что за люди, блядь, а? Меня обижаете постоянно. Все, сейчас мы тех магии быстренько завалим. Все будет четко, мужики, не ссакать. Не ссакать. Ящерка нам не нужна, на. Ну как же так-то, блядь? Я даже не успел убежать там. Я нажал кнопку назад. Не сработало, блядь. Они чуть-чуть станлочат, суки. Первым ударом застанлочила меня, сучка. А вторым ударом просто убила она. Пошли нахер. Я буду с вами няньки нюнькать. Козлы, блин, вонючие. Вот уроды. Вот уроды, а! Так, надеюсь, эти не прибегут сюда. Не должны. Ну как это работает, блядь? Ну как это работает, а? Эта магия может двоих, да, сразу пробивать. С них постоянно сыпется травка, блин, херявка нам. Ненужная нам. Ой, бля. Сейчас посмотрим. Главное, чтобы это появилось чувиха, а то я зря, получается, фигню страдаю. Я просто покажу, убить мы ее тоже навряд ли сможем. Хотя, кто это знает. Интересно, кстати, агрится она вот на эту штуку. Давайте проверим. Если она появилась, конечно. Сейчас посмотрим. Когда она нормально, она с этой стороны стоит. А когда ненормально, я не в ту сторону глянул. Тут без предупреждения. Вот проститутка. Ну ладно, нормально. Черт. Черт. Черт тебя подери. Да, слушай, ну имей. Ты стой, да что вы. Ты понимаешь, что чего охуели, а? Ну что это такое? Мобы, лохи, блядь. Вот у них прыжок, потом серия атак вот этих, которые невозможно выйти со станлока. Это они сделали потом в первом Dark Souls вот эту фигню. А один в один скопировали. Это же у них первая игрушка как бы вышла. Вот я думаю, вот эта вот атака, бэкстепы увеличат урон. Ну, для них нет смысла.
Блин, ну это просто ужас, ребят. Это просто ужас какой-то. Это мне придется опять, что ли, этих валить? Ваху, блин. Давай прыжок свой дурацкий. Ну? Ну прыгай, сука. Шел нахер, брат. Вот извини, а что, блядь, охренел, что ли, сука? Черт, блядь. Кольцо крысы активировал мне там, нет? О, нормально, кольцо крысы активировал, отлично. Сейчас будем тогда долбить. Гораздо более мощная будет у меня магия. Так, тут лучше, конечно, вот так, смотрите, сразу, чтобы все сагрились, эти чуваки, кучи, потому что... Ну как это, блядь, снялся, чертов, блядь, нифига себе! Глянь, всех вальнуло одним выстрелом. Так, нормально, у меня есть еще магия? Есть. На этот раз она меня не надорит, блядь. Кстати, кольцо крысы есть, круто. Сейчас мы, знаете, что сделаем тогда? Так, вот этот меч применим. Ну, лучше попробуем вот так, короче. И сейчас попробуем же, я же хотел ее эту, вот эту херню бросить. Сагрится она на нее. Вот сучка, она меня просто надурила. Сейчас мы проверим. Сагрится она на нее. А-а-а! Она агрится на эту херню. Идиотка, блядь. Урон почти не наносит. Один маленький удар мне крышка. Ну куда? Куда ты стреляешь, бля, шлюха? Вау! Все, у меня нет магии, да? Короче, давайте так, я ее не буду убивать. Я не хочу нервы себе трепать и постоянно сюда бегать. Если бы, конечно, у меня были эти магические херушки, то мы бы убили ее магией просто. Ну, ребят, давайте так, я вам показал. Убьете, получите ее топор. Ну, оружие никчемное. Так, отсюда убегаем. Отсюда убегаем. Значит, тут вариант такой, значит, смотрите, по этому миру нам надо убить еще одного босса финального. Дракона не обязательно убивать. По этому миру мы всех убили. Так, по этому миру нам надо убить двух кошек. Вот туда мы и пойдем. Ну, ребят, пойдем в следующей серии. Эта серия достаточно коротенькая, но нам хватит. Потому что... В этом мире мы тоже всех убили. Тут у нас штормовой. Ну, а в этот мир пойдем в конце. Ребят, в этот мир пойдем в конце. Потому что там сам по себе мир. Там квест я вам покажу. Где кошка, значит. Смотрите, квест я вам, в принципе, уже показал. Но так как мы не убили кошек, у нас пока мир не забелен. Вот. Когда мы кошек убьем, мы вот мир Латакии вот этот. Обелиск Королевой башни. Он забелится, и мы, я вам покажу, где лежит ключ, чтобы того мужика освободить. И тоже мы его освобождаем, он нам дает ништяк. Потом мы можем туда затемнить мир, прийти, и он будет красным фантомом. Он дает свою палку. Палка, которая кастует магию, и ей можно драться говно говном. И убить его будет попроще, чем этих, потому что там проход узкий, он не может увернуться. Но все равно мы не будем, наверное, это делать. Смотрите, я забелил все три мира. Затемнил, вернее. Все, короче, давайте так на этой серии мы закончим, потому что тут кошки очень опасные. Тут мне надо будет вспомнить, как их убить, я забыл. Все, до веда. Покеда, покеда, покеда.